Поисковая операция в Южно-Китайском море будет продолжаться столько, сколько нужно, несмотря на наступление темноты. Об этом заявил премьер-министр Малайзии. Зона поиска расширена. Между тем, ВВС Вьетнама сообщили о двух масляных пятнах в районе исчезновения судна. Они могли появиться на воде из-за разлива топлива самолета. Сам Боинг, пропавший накануне ночью, до сих пор не обнаружен. Спасателям не удалось найти даже его обломков. К поисковой операции подключены военные силы Вьетнама, Малайзии, Сингапура и Филиппин. Предполагаемое место крушения самолета 300 километров от вьетнамского острова Тхо-Чу в Южно-Китайском море. Напомню, воздушное судно выполняло рейсы из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 239 человек, это 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран.